Всем большой привет, друзья! Давайте вместе приготовим очень вкусный тортик «Ленивый Наполеон». Весь список ингредиентов вы также сможете найти в информационном боксе внизу под этим видео. Вначале приготовлю смесь для заваривания крема. Соединяю сахар и просеянную муку, хорошо перемешиваю. Это для того, чтобы в креме не было комочков. К яйцам добавляю щепотку соли и тщательно размешиваю вилочкой. Постепенно вливаю холодное молоко. Я взяла 200 мл от общего количества. Добавляю экстракт ванили. Можно заменить щепоткой ванилина. Перед тем, как заварить закипающее молоко, смесь для заваривания необходимо снова хорошо перемешать. Крем необходимо постоянно перемешивать. И как только появляются первые пузырьки, варить 1-2 минуты и снимать с плиты. Пленка в контакт и пусть немного остынет. Пока крем еще хорошо теплый, можно добавить в него кусочек сливочного масла. Для пропитки печенья лучше всего использовать теплый крем. Когда тортик полностью остыл, можно отправить в холодильник на 4-5 часов для пропитки. Через несколько часов оформляю бока крошкой. Торт получился очень вкусный, мягкий, в меру сладкий. По вкусу очень похож на настоящий Наполеон. Этот тортик понравится всем, кто любит Наполеон, да и вообще тортики. Тем более готовится все без выпечки очень просто. А на следующий день торт становится еще мягче, воздушнее и вкуснее. Друзья, всем приятного аппетита! Ставьте свою оценку и напишите в комментариях, нравится ли вам такой рецепт. А я вам желаю всего самого доброго и самого вкусного. С вами была Оксана. До следующих выпусков. Пока-пока.